Мы решили выбраться на очередной коп. Поедем на старую деревню, урочище, проверим окраины деревни. Потом съездим на два ледника, которых уже нет. Остатки, все, что осталось, все выбьем. И если время останется, поедем на свинотоварную ферму. Ну, вот поехали, сейчас заберем товарища и выдвигаемся. Так, у нас первый сигнал. Как будто бы ведро. Похоже на ведро, конечно. Ведро с навозом, что ли? Такая труха попалась. Вот сигнал прямо на поверхности лежит. Перегруз пошел. Такая пластина. Все рядом. Закончили мы копать, устали, как копали, не снимали. Сейчас буду грузить, потихонечку смотреть, какие находки были. Какой-то такой, типа, как нож, цепь, петля или что это. Забираю все подряд. Такой, наверное, не буду забирать. У нас все примут. Проблем не будет. Вот такая, кстати, интересная. Ох, тяжеленная вообще. Блин, ни хрена себе. Также нашли две бочки. Одна закрыта, вторая открытая. Туда все понабросаем. Вот какая у нас классная находка. Тяжелая. Такая пластина нашлась. Металл, это все, что осталось от сани, как они, блядь, от вил, все, что осталось, и такие вот прутья заварены между собой. Вот, значит, у меня, кстати, на металлоискателе своя сумка заводская, типа родная, что ли, я не знаю, вот такая вот классная, правда, Ром? Да, да. Поехали. Поехали, твои остатки, мои остатки заберем. Ух ты! Ух ты, ух ты, тут же бочки! Так, давай, обзорчик. Что у нас? Это у нас ведро нашлось. Шел, значит, я по полю, нашел вот такой прекрасный лемех. Блин, ровный такой, хороший, можно продать. Потом перо.
Либо от мотоцикла Минск или от мопеда. От Минска, наверное. От велосипеда Урал. Где обод без спиц. Забыл, как это называется. Много раз находили такие. Как? Не плуг. Металл. И вот тоже красота. Повезло. Так ебать, тяжелый. Нихера он тяжелый. Братишка. Второй каток, который я нашел вообще в своей жизни. Товарищ решил все это забрать, все это добро. Так, что интересного тут? Утюг что ли? Что это? О. Слышь, Ром, интересно, когда были такие зеленые изоляторы? В каких годах? Слышь, Лемех не такой старый. Я и говорю. Но он, вот эта херня вес имеет, который я тащу. Мне бочку-то открой. Как? У меня же еще будет. Потом стакан у нас от вилки, походу на подшипник. Вот такой вот механизм был какой-то интересный. Ну, прут заберу, такую вот алюмишка что ли, по-моему. Пластина нашлась, толстая пластина нашлась. Такая штучка. Сейчас закинем, посмотрим то, что набрал в сумку. Так, у нас в сумке жестянку решил забрать. Вот такую. Как-никак вес имеет. Вот такая штучка. Не совсем, конечно, понимаю, что это, никогда не видел, не знаю. Представления даже не имею. Ну, сюда, наверное, шланг вставляется. А может и нет. Вот такая пластина. Такое кольцо. Это, походу, тоже на подшипник. Гигантский какой-то огромный подшипник. Так, пруток какой-то. Не знаю, что это. Вот. Какая-то пружина. Кормушка, наверное. Похоже на кормушку. Потом вот часть от амортизатора мопеда советского, скорее всего. Цепь. Пластина, как обычно у нас. Так, что еще? Серп. Ну, он кривой, конечно. У меня есть прям вообще практически в отличном состоянии. Так, оп. Серп и молот будет. Молот еще надо найти. Клапан у нас нашелся.
Так, в этом отсеке все. Здесь что-то есть. Ну, как всегда, толстая пластинка. Все. А, вот еще одна. В принципе, на сегодня закончили. Смотрите, какая. Хвост оторвешь, я не знаю. Какая-то вялая. Потому что она спать легла. Спячки она. Хочешь, домой заберешь? Нафиг надо издеваться, тут выбрось. Куда-нибудь закопай, чтобы не замерзла. Лучше вон где была, кто ее засунь. В тепле.